Друзья, всем привет! Мы все так же ищем любящую семью для двух маленьких котят, которых нам принесла вот эта бездомная кошечка. Мы ее назвали Мурка. Детеныша еще никак не называем. И сегодня они попробовали рыбу. Столько энергии, столько эмоций. Потихонечку к рукам уже идут. Рыженький уже дает себя погладить. Вот сейчас они первый раз в жизни пробуют на вкус рыбу. Прежде всего, конечно, новые запахи. Вот какой-то новый запах, интересный, надо лапкой потрогать, поиграть. Ну а теперь можно и попробовать на вкус. Рыженькому понравилось, вроде бы неплохо. Серенький еще пока рассматривает. И играет, вот ему здесь мешают, понюхает, посмотрит, все кушают. Может и мне понравится, но пока поиграем. Рыженькому нашему уже понравилось. Мама уплетает за обе щеки. Ну-ну, посмотрим. Ну-ну, покажи. Ну что там, можно? Можно. А мне все равно. А я хочу поиграть. Играть интереснее, чем какие-то новые непонятные запахи. А рыжик уже даже у мамы отнимает. Ну, неплохо, неплохо. Все-таки коты любят рыбку, поэтому понятно, что им понравится. Серенький у нас без интереса. Вот поиграть это интересно. Можно с этим кусочком рыбки поиграть. Вот тоже интересно. Главное, не сопротивляется. Куда бросил? Футбольный мяч. В туалет они уже ходят. Ходят в песочек, выгребают и ходят в туалет. Научились уже. Вот как интересно. Как интересно с ней играть. А можно и попробовать. И на вкус вроде бы неплохо. Ничего, ничего. Сойдет. Ну да, и я попробую. А вот тебе. А давай-ка лучше поиграем. Ну. Нет, я все-таки... А, нет. Давай же с ней поиграем. Но вдвоем интереснее. Нет, дай мне. Дай мне. Ну, какая интересная. Не сопротивляется, можно поиграть. А мама топчет, топчет, топчет. Посмотрела. Так, детвора затягали. Да лучше с ней играть. Вроде бы на вкус неплохо, но молоко вкуснее. И мясо вкуснее. А с рыбкой можно просто поиграть. Вот так интереснее.